Привет, друзья! 14 декабря произошла авария, два автомобиля столкнулись на автодороге Глазкова-Мухина в Калининском районе, Тверской области. 28-летний водитель на ВАЗ-2112 не учел дорожные и метеорологические условия и не справился с управлением, из-за чего столкнулся с Nissan под управлением 45-летнего водителя. Пострадала пассажирка иномарки. 4-летнюю девочку с различными травмами доставили в больницу. Подписывайся на канал, береги себя и своих близких.